Добрый день. Торопсад, вишня или черешня? Что выбрать? В нашем саду есть место, которое мы называем вишневый сад. Ее больше 30 лет, и надо сказать, что вишни просто навалом. Целые ведра мы собираем. И тем не менее, прежде чем получить такой урожай, мы обрабатываем все косточки весной и семечковые карбамидом, купоросом и прилипателем или липосамом. Это крайне необходимо для того, чтобы ваши растения не болели, не подвергались нашествию насекомых. Вишни действительно очень много, и поросли, которые появляются у нас, мы постепенно начали превращать и из них делать черешню. Черешня, как и вишни, много не бывает, и это прекрасная возможность получить очень хорошее вино. Много самых различных изыск мы получаем вишенок, в частности, на торте, и это все умиляет и красит нашу райскую жизнь на даче. Ну вот теперь, как мы прививаем те черенки, выбираем от хороших сортов черешни, перевариваем на вишню простой копулировкой, улучшенной копулировкой, как вы сейчас видите, окулировкой, то есть око означает окулировку. Прививаем вишню мы в расщеп. Прививаем, и можно прививать это также и с помощью бокового прививки или под углом, вот как сейчас вы видите. Но особенно рекомендую вам прививать вот голландский способ. У меня есть видео, вы видите в правом верхнем углу, ссылочка на него. Черешня замечательный продукт, очень вкусный, и их много не бывает. Так сохранить его не только надо сетками накрывать, но мы еще придумали способ, который позволяет отпугнуть самых недоброжелательных вещей. Ну и, конечно же, при цветении мы обрабатываем их гиберлином. Вот сетку, которую набрасываем, всегда удобно делать. Посмотрите, пожалуйста, наше видео, когда очень просто можно напрочь избавиться от назойливых неприятных птиц. Тем не менее, черешня бывает такая крупная, что достигает 18-19 грамм. Советую вам выращивать черешню, прививать ее на прекрасно растущую подмосковную вишню и получать прекрасный урожай. Если вы хотите лучше черешню, пишите нам сообщение, давайте ваши рекомендации, вступайте на разговоры и споры, подписывайтесь на канал Топсад. Мы рады новым и старым друзьям. И, конечно, чтобы в каждом удаче, каждой даче у нас была черешни в придачу. Удачи, всего доброго. Спасибо за просмотр.